Продолжаем цикл роликов по масштабным моделям. Всем привет, ребят. Сегодня посмотрим журналку ЗИЛ-157 с Кунгом 1М. Распакуем, посмотрим, полистаем журнал. Все как обычно. Что меня сподвигло приобрести данную модель, ребят, это вот фото в интернете. Ждали все КамАЗ, а пришел ЗИЛ. Вот, давайте смотреть журнал, потом уже модель мы посмотрим. Полистаем журнал, посмотрим картинки. Вот, отбросим картонку, которая нам еще пригодится. На фото видите разные модификации автомобилей, в том числе и на базе ГАЗ-63 с Кунгом. Ну, не вижу смысла здесь что-то озвучивать, просто вот полистаем, посмотрим пост красивый. Кто-то, наверное, клеит, да, вот эти вот посты в своей комнате. Вот. Я нет. Я просто складирую эти журналы в стопочку. Вот такие автомобили интересные в журнале представлены. Вы уже все посмотрели. А я, как всегда, вот последний купил из вас в очереди. Вот технические характеристики. Интересная машина, конечно. И анонс будет Урал 375D. Хотя все ждут КамАЗ. Не знаю, когда выйдет этот КамАЗ. Подскажите мне в комментариях. Ну, а мы посмотрим ЗИЛ 157. Такая коробка у него бордовая. И уже мы начнем открывать. Очень хотелось добавить к своим двум ЗИЛам 157 еще одну модель, и вот она у меня, наверное, к счастью. Вот вижу уже через коробку, что какая-то она все-таки игрушечная. Ну, не будем делать спешные выводы, мы откроем коробку и заглянем туда, вернее, мы ее оттуда выкатим, как из гаража, да? Оп, и модель у нас выехала. Коробочка нам не нужна. Давайте смотреть. Почему-то вот разный цвет у ней сразу бросается в глаза. Цвет Кунга и цвет кабины. Видимо, Кунг — это уже не окрашенный пластик. По детализации все просто, так как вы знаете, что модель из дешевого сегмента, да. Хотя вот снизу достаточно все неплохо. Неплохая деталировка. Ну, можно кому-то, кто любит дорабатывать, это самое то, наверное, будет. Вот. ЗИЛ 157 я помню. Когда-то я работал в колхозе штурвальном на комбайне. И в этом колхозе был бортовой ЗИЛ 157. Это, знаете, когда был 91-93 год прошлого века. Вот в колхозе был такой, возил он, по-моему, доярок, что ли, там на этот, там была неподалеку от колхоза была ферма у них, там только летом, по-моему, скот содержали, и туда возила эта машина доярок. Ну и пару раз она нам привозила горячую пищу на поле, когда работал я на комбайне. Ну, в то время у меня фотоаппарат не было, поэтому запечатлеть не удалось. Много чего не удалось запечатлеть. Очень жалко. Вот. Ну, а вы смотрите модель. Пишите свои замечания, у кого какие были дефекты. У меня вот вроде никакой кривости у модели нету. Не знаю, как вообще можно ее будет доработать. Наверное, покрасить Кунг в цвет кабины. Есть у меня там одна тамиевская краска. Приберег ее для НАМИ 012. Там вроде вот такая вот. Светло-зеленая. И посмотрим, подойдет ли. Вообще для доработок у меня моделей много. Но пока вот я не освоил все вот эти, скажем так, тонкости в доработке. Химию пока вот я не могу осилить, ребят.
В том плане, что я пока не понимаю. Я смотрю ролики, но нифига не понимаю, как что там делать. Ну, я думаю, что с вашей помощью все у меня придет, все будет. Вот. Не будем мы разболтать отдельной деталью, отдельные детали. Ну, все это ерунда. Вот. Смотрите, как все изготовлено в этой модели. Кто не купил? Вот. Много, конечно, купили моделистов в коллекцию такие модели, и видел я уже доработки, которые значительно улучшают внешность модели, да. Вот. Ну, возможно, у нас что-то получится на канале сделать подобное, что делаете вы, или хотя бы напоминающее, да. Ну, вы, конечно, поможете мне, я знаю. ЗИЛ-157 с кузовом Кунг-1М, ребят. Вот. Теперь у меня таких три ЗИЛа. Один еще нужно собрать. АВД-шный у меня лежит. Шнека-ротор и вот этот вот с Кунгом. Вот. Все на этом. Вы хотели посмотреть? Я вам показал. Пока всем.